Кузу варят, пахнет на весь рынок. Мы попали на какой-то рынок. Сегодня пятница, вечер. 7 часов вечера. Тут рынок бурлит вовсю. Помидоры очень вкусные, такие уже портятся, но они вообще сладкие-сладкие, сочные-сочные. Вот как тут колоритно на рынке, такие арбузы, вот, кто их выращивает. Эфсаны карпус. Попробуй, очень сладко, да? Шкальнус, гераба. Угостили меня арбузиком. Бомба. Солодющие. Вот такие огромные. Тыквы. Колбаса как красиво выложена. Сентябрь. Вишня. Просто горы всего. Горы. Пробовали колбасу, она просто вкусная, острая. Но очень острая. Виноград 30 лет. Я так понимаю, без косточки. Будто бы тряпочки. Тоненькие лепешечки. Рыба. Цен на рыбу нету. Надо спрашивать. То есть для каждого может быть разное. А вот сыры какие. А вон горы масла. 200 лир. Килограмм. Сколько яиц. Та же колбаса. Соленье. Сыр, лук по 10, по 12, картошка вот 15, видела еще где-то по 18, дыни, еще картошка от 10 до 20, лук 12, 10, лук всевозможные. Рисы 42 есть. Конечно, атмосферу не передать. Не передать. Ну, тут рынок уже вещей. Это вот домашние яйца мужчина продает. Перцы свои. Тут селяне уже присели. Петушки ждут, чтобы их купили. Привязали их ножки веревками. Жалко. Яйца. Такие курочки. А вот какие красавцы рябые. Ух, крупные. И бедолажки привязанные сидят лапками. Как она лежит прикольно. Привет! Привет, привет! Жарко, скажи, очень жарко. Какой ствол у дерева. Обалдеть. И вот он опять изворачивается. Ух! Какое дерево. А вот с ним рядом. Какое шикарное. Тебе тоже жарко? Давай корма дам, давай. Такая красота. Вот там порт старый. Такой как амфитеатр. Правда, весь грязный. Наши донеры из говядины. С прекрасным видом на Средиземное море. Сейчас будем есть. Вкусно. Коты корм есть не хотят. Вот уже сколько их насобиралось. Все хотят донора. Да? Я понял, ждет. Люди хотят отдыхать.
Давай, вечер добрый. Я не Такие заросли. Старого-старого кактуса. Вот как он разросся на камнях. Там старый город. Какой грот. Подтачивает берега. Они горы, которые мы видим каждый день, когда купаемся на пляже Коньелты. И вон там пляж. Даже за, здесь за пальмами. Целые клумбы петушиного гребеня. Красота. Заметила, камера розовый плохо передает. И вот по кругу. В одну сторону и в другую. В центре такая, в центре этажа площадка. Сколько песка навезли. Детям раздолье, пока родители скупляются. Папу оставили с детками, мама пошла скупляться. И ни одного папу. Ну и мама тоже есть. Много печек и много людей приезжают и грилят здесь. Вот такие печки.
длинный парк. Сегодня среда, вечер, часов 6. Людей много. Там море. Вон виднеется. А тут с аэропорта самолеты летят бесконечно. Очень низко. Это район Лара. Парк мангалов в Ларе. Под ногами песок, который на пляже. Такой песок. Такая печка. Ну, в принципе, они все одинаковые. 7 печек хватает. Есть свободные. Такие платаны в парке шикарные. Тут меньше занято, потому что тут солнце. А больше вот в тени деревьев. Все занято. Поняли масштабы, да? Очень большой парк. И море, и парк, и шашлык, все рядом. Такая разновидность пальмы. Интересная. Так каждый листик, получается, открывается. Как он созреет, открывается. Такие сладости. Сколько кокосовой стружки в море. Хожу каждый день, на нее смотрю, на эту красоту. Бугенвилия. Бугенвилия. Куриный суп, чорба. Лимончик. Ты лимончик выдавил? Лепешечка. Половинка супа. Оп. Под низом рис. Донер. У меня донер с соусом. На гарнир дали рис.